Дорогие друзья, с вами канал The Top Gamer, я Димон, и сегодня я записываю новый видеоролик на свой канал. Сегодня я записываю новый очередной видеоролик с реакцией. Сегодня я буду делать реакцию на оговорки, ляпы и мат в прямом эфире на государственных каналах. Это на те каналы, которые показывают у нас по телевизору. Желаю вам всем приятного просмотра, лайк, подписочку, комментарий не забываем, да, обязательно. И самое главное, нажимаем на колокольчик, тогда вы будете получать уведомления о новых видео на канале. Всего вот этих вот, это вот только первый выпуск, всего этих выпусков было выпущено около 10 штук, и я буду снимать в каждом моем видеоролике где-то реакцию на два этих видеоролика. Оговорки, ляпы и мат в прямом эфире. Сегодня я посмотрю два выпуска, то есть в следующем видео еще два выпуска, и вот так, и так далее. Где-то будет примерно 5 моих выпусков с реакцией. Сразу предупрежу, что в этом видео есть мат, так что все дети отойдите от экранов. Конечно, я понимаю, что никто не уйдет, но тем не менее, лучше уж я это скажу. Все, желаю вам приятного просмотра, как много уже болтал. Мы начинаем. Хуй с ним. Пошло все в пизду, сколько можно, блин. Пускай нормальное оборудование покупает. Все, мне до пизды совершенно, блядь, этот продукт, который выдается. Внимание, эфир. Добрый вечер. В эфире телекомпания Ника ТВ Новости. Все ясно. Ну так вот до эфира что происходит и во время записи. Но это так всегда. Когда взялись за водителей. В области прошел 10-летний рейд, 10-дневный рейд «Безопасная дорога», за время которого выявлено... Даже я не могу это слово сказать. Если вы можете сказать дисциплинированное это слово, вот, тогда ставьте лайк под это видео. Ну, это обычное дело. Такие сложные слова. Зачем их вообще свою вот этим корреспондентам? Зачем, если можно, типа... Изменить это слово каким-нибудь полегче, не трудно выговариваем, я не понимаю. Так, вот это вот Вячеслав Гузь, это вот, мне кажется, его уже все видели. Ладно, смотрим дальше. Любопытно, что во время этого митинга в соседнем Останкинском пруду спокойно плавали лодки с отдыхающими, шли поезда по по дороге, которая расположена в 5 метрах над землей. Все слушали выступающих ораторов, самые горячие из которых предлагали отправить с их точки зрения неугодных телеведущих на Марс. Ну все ясно, не понял, как назвать надземное метро, но бывает с людьми, что еще сказать. Сегодня будет состояться из 4 частей. Здесь будет и венецианский карнавал, и бразильская феерия, а также венский бал. Все приглашенные сюда готовятся танцевать, но кроме концертов и кроме танцев, сегодня здесь будет еще и благо... собирать деньги для неимущих. Здесь будут аукцион и лотерея. Благотворителем, походу, она забыла слово. Ну ладно, бывает. Так, вот ее, мне кажется, тоже все видели. Если вы их все видели, вот эту вот женщину предыдущую, то есть первую, сказывающую про Украину, вот, то тогда оставьте плюс в комментариях. Шайбу в нашей команде забил Виктор Яшин. И по 2 Дмитрий Ионкин, Василий Шарабарин и Василий Менчиков. В розыгрыше концерна «Кузнецк-Уголь» наша команда занимает пока 3-е место. Следующую игру «Вымпел» проведет на выезде в Новокузнецке со сборной «Шахты Кушаяковская». Убивала бы, блядь. Виктор Шарабарин. Нифига не понял, с чего она вдруг начала шататься. Если вы поняли, с чего она начала шататься, то пишите свои мнения все в комментариях под этим видео. Политический характер, во вторую очередь, вполне возможно, преследуются определенные конкретные цели. Фу, пиздец. Мы на прямой связи с нами Юрий Каганович. Здравствуйте, Юра. Юра, российских теннисистов. Так, ну с вот этим вот, который матом ругнулся, понятно, а вот с вот этим сейчас давайте еще кто-то пересмотрим, а то я что-то нифига не понял. Виктор Шарабарин.
первую очередь символический характер, во вторую очередь вполне возможно преследуются определенные конкретные цели. А, это все одно, я думаю, это две разные, ну ладно. Фу, пиздец. Мы на прямой связи с нами Юрий Каганович. Здравствуйте, Юра. Юра. В российских теннисистах победы стартовали на одном из самых престижных и крупных турниров в Уимблдоне. Напомню, что он входит в серию так называемого большого шлема. Его призовой... А как вы считаете... Вот... Большой шлем... Ну, ясно. Такие месячники по уборке, вот субботники, они вообще нужны? Если да, то для чего они нужны? Что они дают? Месячные? Месячные вообще-то, конечно, бы нужно. Что они дают? Но они дают как бы больше порядка, больше чистоты. На Івано-Франківщині з'явився ще один університет – Західноукраїнський економіко-правничий. Започатковано його було ще у 1990 році у Чернівцях як Український вільний економіко-правничий інститут. Сука, блядь, йобаний цей во! Ну, да, даже українці, американці, всі знають, це сука. Ну, я не буду ругатися, в общем, ви поняли. Той, блядь, степлер, нахуй. Суфлер, блядь, ёбаный, нахуй. Я, блядь, хуяра, то нема, не йде воно мені. Де стіл підгинатись? Вот, і смотрите, ми... Что делают все-таки прививки? Прививки отсрачивают переболевание детскими болезнями во Отсрачивают. Ну, типа, не очень-то смешно. Она имела в виду отсрочивают, типа, продлевают, отталкивают на время. Ну, не знаю. Ничего-то такого смешного нет, типа... Ну, это не оговорка, просто ударение немножко не на тот слог поставил. Ну, ладно, бывает, что могу еще сказать. Так, сколько идет? Ну, да, примерно 1-2 видеоролика. В одном моем выпуске, в каждом, я буду смотреть вот эти вот по две части оговорки ляп и мат в прямом эфире. В каждом видео по два выпуска вот этих вот. В каждом моем одном видео. Ну-ка, смотрим дальше. В Москве 23 часа. Вы смотрите российский информационный канал «Вести». В студии Михаил Зеленский. Здравствуйте. Михаил Зеленский? Нифига себе. В Севастополе торжественно отметили 225-летие Черноморского флота России. Несколько минут назад праздник завершило лазерное шоу, и сейчас над городом праздничный салют. Последний уже выход. Ебать! Возвращаемся к футболу. Ну вот, да. Люди офигевают от салюта. И это можно их понять. Теме нам удалось установить связь с британским Манчестером. Там работает наш корреспондент Рада Зинау. И сейчас мы узнаем, какие же настроения царят в Манчестере непосредственно перед началом футбольного матча. И Рада, пожалуйста, мы ждем. Коля, дай микрофон. Нахрена вам микрофон? И Рада, мы ждем вас. Любые неожиданности, мы приносим извинения нашим зрителям. Снайперы стали первыми на четвертом турнире пейнтбольной сибирской лиги 2005. Он прошел в Иркутске. 16 сильнейших команд. Ну, про будущее мне нечего сказать, поэтому я сейчас вам сразу показываю следующую. Разыгрывали Кубок Байкала. В очередной раз победила кузбасская команда «Медведи». А, ну все, ясно, там тупо сковородки, походу, блинчики готовили. Ну, обычное дело. После чемпионатов Хакасии и Новосибирска, а также Кубка Кузбасса, этот турнир стал четвертым по ходу... Вот типа, когда увидела камеру, просто вы видите ее лицо. Конечно, все размыто, но это, если что, это такое качество видео, я не виноват. Ну, типа, это понятно, ну, типа, полный пипец. Что там происходит у них на студии? Сибирской лиги 2005. В этом сезоне пройдут еще два, через неделю в Новокузнецке. И уже в октябре... Новости спортивного мира продолжают программу нашего канала. Слово нашему комментатору Ане Ткачевой. Спасибо, Евгений. Бывает. Ну, забыл имя, фамилию, но бывает. Ну, чего могу сказать ей еще? Так, ну, я вот посмотрел первый выпуск вот на запись вместе с вами, и я посмотрел видеоролик почти в 10 минут. Если я посмотрю еще второй выпуск, то
Мой видеоролик будет 15 минут и больше, это дофига, мне кажется, для одного ролика. Поэтому, ну да, посмотрим. То есть я в среднем буду пытаться делать так, чтобы каждое мое одно видео с реакцией на вот эти вот ляпы было примерно в 10 минуточек. И это видео уже исчерпало свой лимит, поэтому я его заканчиваю. Пишите свое мнение по вот этому, по вот этой вот части оговорков, ляпов и матов в прямом эфире. Все, пишите в комментариях. Ну, а на этом все. С вами был The Top Gamer. Всем удачи! И всем пока. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и подписываться на мой второй канал. Все ссылки в описании. Обязательно заглядывайте в описании, ведь там нифига. То есть там очень много ссылок. Просто пипец. Заглядывайте, все смотрите и вступайте, подписывайтесь. Все. Всем удачи, всем пока.